Друзья, это информационное видео. Я просто ребята начали делать коммерческие проекты. Я собрал важные советы, как вот мне хотелось собрать, которые дают возможность пройти от нуля к коммерческим проектам на Python Django. Я вас Значит, либо внизу в описании видео нажмите ссылку, либо прямо вот на этом видео должна быть пометка, но что ищите именно в описании видео ссылка вот на этот курс. Также курс можно посмотреть, набрав spb-tut.ru. И здесь обо мне. Ну, я не о себе рассказывал, я рассказывал значит, больше советов, что там обо мне вам слушать. Это у каждого своя история, но советы, я думаю, что вам помогут действительно быстро продвинуться с нуля до коммерческих проектов. Но опять же, быстро слово у каждого относительное, но в любом случае, успех.